Всем привет! С вами я, Екатерина Юрочкина, и в этом видео я вам хочу показать самомассаж лица, шеи. Будем избавляться от второго подбородка и морщин. Но сначала, чтобы нам приступить к массажу, вам нужно снять все украшения, цепочки, вымыть руки, лицо, шею, часть груди, взять любое масло. Я использую кунжутное, холодного отжима, сыродавленное. Берем немножко масла, вы можете использовать кокосовое или любое другое. Намазываем сперва руки, трем. Намазываем лицо и приступаем. Начинаем с висков. Каждое упражнение делаем по 3 раза. Все это займет у вас где-то 2-3 минуты. Сильно не давим, очень нежно, но ощутимо. Этот массаж я делаю каждое утро и каждый вечер, перед тем, как идти спать. Трем ушки вокруг ушей для поднятия энергии. Вот такой вот короткий самомассаж, но очень эффективный. Как я уже сказала, я его делаю каждое утро и каждый вечер. И еще, когда я делаю вечером перед сном, после массажа я мою лицо, наношу крем. И потом я купила на iHerb, такие называются фрауни или патчес от морщин, как бы такой пластырь. Наклеиваю сюда на всю ночь и сплю всю ночь. Утром его убираю, у меня морщинка вот эта вот полностью разглаживается. Поэтому я вам советую тоже купить фраунис, или их еще называют патчи от морщин. Заказать можно на iHerb, я ссылку внизу укажу. И вы прям увидите, как у вас морщинки стали разглаживаться. Я наношу сюда, вы можете наносить на любую часть. С вами была я, Екатерина Юрочкина. Не забудьте поставить лайк.